Санкции – это очень глупая затея Америки, очень глупо то, что Евросоюз его поддерживает, потому что как Европе нужна Россия, так и России нужна Европа. А санкции – это глупое решение, потому что она ударит в первую очередь по тому, кто его послал, эти санкции. А обычных рядовых граждан, я думаю, что это мало коснется, потому что у нас у руля очень хороший человек, который очень уважаю, Владимир Владимирович Путин. И он не позволит сделать так, чтобы что-то серьезно, сильно пострадало от санкций, что касается там или банковского сектора, или чего-то такого другого, сельскохозяйства. У нас наоборот, ответные санкции будут развивать сельское хозяйство сейчас, на данный момент.